Добрый день, друзья. Сегодня у меня Samsung Corby. Такой не очень новый телефон. И замена слота сим-карты. Вот я вам показываю слот сим-карты. Вот видите, один контакт у нас сломанный. Вот. Я вам советую не менять полностью весь слот, а заменить только вот этот один контакт. Меняется он очень просто, быстро. Сейчас я вам покажу. Если у вас есть старый слот, или, ну, можно снять, в принципе, и с нового один контакт. Вот так он выглядит. Чтобы не терять время, вы просто снимаете сломанный. Добавим флюс. Это что касается передних контактов. Если у вас сломан задний контакт, то тогда придется менять уже весь слот сим-карты целиком. Но если вот эти какой-нибудь из этих трех передних, его можно просто вытащить и заменить на новый. Аккуратно снимайте, чтобы не повредить пятак. Сняли, залудили и вставляем новый. Аккуратно засовываем его в паз. Ну, таким образом сунули и просто припаяли, прижали, припаяли. Вот и все решение проблемы буквально за 3 минуты. Всем спасибо за внимание. Это был Corby 3650. Подписывайтесь на наш канал. Удачного дня.